Здравствуй, дорогой! Сегодня я расскажу тебе маленькую восточную сказку. Слушаю, мой господин. Лимоны здесь, вот здесь хурма, инжир. А ты кушай шурпа. Вах! Сегодня я приготовлю шурпу, что в переводе похлебка, варево. Тогда поехали! Ты что, таксист, что ли? Тогда понеслась! Шурпа – это одно из национальных блюд многих восточных народов. Этот заправочный суп, как правило, готовится из баранины со свежими овощами. Кладем баранину на косточки в холодную воду. Я, когда делаю плов, оставшиеся кусочки от бараньей лопатки сохраняю для шурпы. Получается и выгодно, и наваристо. Даем бульону закипеть и снимаем аккуратно пену. Огонь уменьшаем и томим бульон на медленном огне, чтобы он слегка побулькивал. Сначала в шурпу кладем лук, нарежем его на полукольца, а затем еще пополам. Затем подготавливаем морковь. Крупно нарезаем и кладем в бульон. Моркови должно быть много. Засекаем время и томим бульон на медленном огне 1 или 1,5 часа до готовности мяса. А пока варится баранина с луком и морковью, подготовим наши овощи для заправки. Картошку крупно нарезаем и откладываем в сторону. Теперь желательно грунтовые помидоры нарезать кубиками и отложить в сторону. И, конечно, шурпа любит чеснок. Покрошим чеснок мелко. Обязательно подготовим к шурпе зелень. Можно добавлять кинзу, укроп или петрушку на ваш вкус. Теперь, когда бульон готов, закладываем в него картошку. Настало время посолить нашу шурпу. 1 столовой ложки должно хватить. И добавить приправу, например, сухую аджику. Немного перца из мельницы. Немного паприки. И щепоть кориандра в зернах. Кстати, можно его растереть в ладонях для пущего аромата. Ну и давайте положим лавровый лист. Даем шурпе закипеть и добавляем помидоры. А затем болгарский перец. В моем случае я добавил перец ласточку из моих замороженных запасов. Он вкуснее. Вах! Самое время проверить наше блюдо на соль. Очень вкусно. Варим шурпу до готовности картошки, добавляем чеснок и снимаем с огня. Даем настояться минут 20 и готовимся к дегустации.
дегустация. Обалденно. На востоке все решает солнце. Оно в одних вселяет мудрость и веселье, а в других оно выжигает гостеприимство и братские чувства. Приятного аппетита, дорогие друзья, и будьте здоровы. И, кстати, да, и подписывайся на мой канал. Эй, ставь лайки, там лайки и колокольчики, все делай, да, не забывай, дорогой мой. Вах, вах, вах.